Ну, переломной в жизни было много. Переломной то, что я сказал в детстве. Первый раз увидел город Кентау, Алма-Ата, перелом. Перелом, большая перемена, это увидел великих людей. Перелом, когда я снимался, что такое кино, сам. Вот. Перелом, когда ушел из жизни внезапно Шакен Айман. И ушли мои два сына. Ну, в общем, вот такие. Это жизнь такая. Ломает, выправляет, поправляет. И идешь. Упал, споткнулся, упал, встал, дальше. Будущий народный артист Советского Союза, актер, режиссер, сценарист, писатель, глыба Асанали Ашимов родился в мае 1937 года в селе Байкадам на юге Казахстана. Отец погиб на фронте. Воспитанием мальчика занималась большая казахская семья. У него было типичное детство военного поколения. Женщины в ауле вместо мужчин, недоедание, бедность. У меня далекое детство. Сейчас вспоминаю, как будто 100 лет прошел. Потому что военные годы, каждый день почти год. Потому что голодные люди, день кажется длинный, особенно детишкам. Ну, правда, мы играли, но забывали. Но я не скажу, что я голодал, в общем, страдал, ничего. Это заслуга моей матери, двух матерей, которые одна воспитала, другая рожала. Вот благодаря им я особо такого голода не чувствовал. Мамой, апа, маленький Асанали называл не родную мать, а свою тетю Алтынгуль. Ее дети умирали в младенчестве, а у казахов было принято первенца отдавать деду и бабке или же бездетным родственникам. Свою названную мать мальчик боготворил. Она баловала его, прощала все шалости –